Бессонная сегодня выдалась ночь у жителей крупного жилого комплекса в Алматы. Прямо на территории произошел порыв теплотрассы. 20-градусный мороз. Сразу 5 многоквартирных домов остались без отопления. Кипяток хлынул из-под земли поздно ночью. На место сразу же выехали ремонтные бригады. Уже известно, что ЧП произошло из-за дефекта в трубе. Устранить проблему удалось за несколько часов. Этим коммунальным сетям уже 19 лет. Они принадлежат жилому комплексу. Сейчас в квартиры восстановили подачу тепла и горячей воды. Отмечу, на прошлой неделе в Алматы тоже устраняли последствия крупной коммунальной аварии. Тогда сразу 80 многоквартирных домов остались без холодной воды. Прорвало горячую воду. Позвонили Алматы, это теплосети. Ребята оперативно приехали, правда. Ну, фонтан был хороший. Воду закрыли. Приехала полиция. Правда, ребята моментально приехали, закрыли дорогу. Вскрыли, вот яма. Вскрыли. Все они отрезали, там было прорвано. Ну, мы не подходили туда, здесь была вода, все лужа.